книжный сайт «Реальные книги», и сегодня мы будем говорить о лучших мотивирующих книгах. Сегодня в нашем списке топ-5 книг для тех, кто утратил вкус к жизни. Очень часто для того, чтобы стать лучше и успешнее, сделать карьерный рывок или круто изменить свою жизнь, нам не хватает малого – решимости и напутственного слова. Век, когда человеку приходится тяжело бороться за свое место под солнцем, выдерживая при этом жесткую конкуренцию, мотивационная литература пользуется особой популярностью. Она покрывает различные сферы человеческой деятельности и протягивает руку спасения в трудных жизненных ситуациях. В наш топ-5 попали признанные бестселлеры мировой литературы. Они помогли тысячам людей и достойны занять почетное место в вашей библиотеке. На первом месте в нашем списке книга Мэг Джей «Важные годы». Мэг Джей – успешный американский психолог, имея докторскую степень. Ее исследовательский интерес сконцентрирован на молодых людях в возрасте от 20 до 30 лет. Мэг занимается частной практикой, пишет книги и статьи для авторитетных американских изданий, проводит лекции и тренинги. Психолог убеждена, что главный период жизни человека – это десятилетие между 20 и 30 годами. Именно в этот промежуток времени мы принимаем жизненные решения, которые продуцируются на всю последующую жизнь. Когда мы оставляем все на потом, после 30 на наши плечи ложится огромный груз. Нам нужно добиться успеха, жениться и выйти замуж, заработать денег, купить дом, основать бизнес, родить двоих или троих детей. И все это в очень сжатые сроки. В книге «Важные годы» Мэг Джей обращается к так называемому поколению «Миллениум» – молодым людям, которым исполнилось 20 лет. В вступительной части автор отмечает, что эту возрастную группу до сих пор незаслуженно игнорировали. 20-летних считают взбалмошными детьми. А когда им неожиданно исполняется 30, на плечи недавних детей ложится весь груз ответственности и горькая аналитика. На что я потратил лучшие годы своей жизни? Книга состоит из трех частей, посвященных важнейшим аспектам человеческой жизни. Работа, капитал идентичности, полезные связи, общественное мнение, социальные сети. Любовь. Что это за чувство? Выбор семьи. Эффект сожительства, непритязательность в отношениях, совместимости и сходства. Разум и тело. Умение владеть собой. Уверенность в себе. Настойчивость и целеустремленность. Вера в себя. Что такое время и как им правильно распорядиться. На втором месте книга с очень интересным названием «Мечтать не вредно» Барбары Шер. Барбара Шер – популярный спикер и автор 7 бестселлеров по мотивации. Неформально Барбару называют матерью лайф-коучинга. История ее жизни, пожалуй, самый яркий пример того, что в мечты нужно верить. Барбара была матерью-одиночкой и работала официанткой в течение 7 лет. Ее первая книга вышла, когда женщине было 44 года. «Мечтать не вредно» стала бестселлером, а Шер – знаменитостью. Сегодня 81 год, а книги ее по-прежнему переиздаются. Чтобы приступить к созданию жизни своей мечты, вам не нужны мантры, самогипноз, программы закаливания характера или новая зубная паста. Вам нужны практические методики решения проблем, умение планировать, навыки и доступ к необходимым материалам. В основе книги «Мечтать не вредно» – тренинг, который Барбара Шер с успехом проводила на протяжении 3 лет. Он был записан на кассетах и помог сотням людей, абсолютно не похожим друг на друга, с разными целями и стремлениями. Автор предлагает начать самоопределение и честной постановки цели. Вам нужно загадать не то, что было бы правильно и рационально, например, стать главным бухгалтером предприятия, на котором вы работаете, а то, чего действительно хочется. К примеру, открыть свой книжный магазин. У Барбары Шер очень необычная философия и легкая манера повествования. Она не сыплет терминами, графиками и агрессивными призывами, а мягко, по-дружески рассказывает, как шаг за шагом прийти к своей мечте. И что самое главное, ее методика работает. Другие книги автора, которые могли бы вам понравиться. «О чем мечтать?», «Отказываюсь выбирать», «Работа твоей мечты», «Лучше поздно, чем никогда», «Давно пора». Третью строчку нашего рейтинга занимает книга «Жизнь без границ» Ника Вуйчича. Ник Вуйчич – культовый мотивационный оратор, меценат, писатель, исполнитель и автор песен. История Ника продолжает будоражить людей со всего мира, ведь у него редкое заболевание – синдром тетраамелии. У Ника отсутствуют все 4 конечности. Несмотря на это, он сумел добиться успеха, жениться и стать отцом 2 малышам. Глядя на Ника, понимаешь – обстоятельства – ничто, главное – сила воли. Мы с родителями представить себе не могли, что мое увечье – мой груз – может стать благословением, а инвалидность откроет передо мной невероятные возможности, позволит общаться с другими людьми, поддерживать их, понимать их и нести им утешение. Книга Ника Вуйчича имеет подзаголовок «Путь к потрясающей счастливой жизни». На примере своей непростой судьбы автор доказывает, что этот путь может успешно пройти каждый.
даже такой, казалось бы, безнадежный путешественник, как Ник. Судьба часто будет вас испытывать, строить козни, посылать черные мысли, лишать надежды. Главное, ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Каждый имеет право на свое счастье. Детственник пытался покончить жизнь самоубийством. Он понимал, что всю жизнь будет обузой для своих родных, что обречен на унылое существование в четырех стенах. Подумав так, мальчик перевернулся в ванной и приготовился глотать воду. К счастью, он одумался. Было ли это провидением или банальным инстинктом самосохранения? Ник судить не берется. В одном он уверен точно. Это стало самым правильным решением в его жизни. В «Жизни без границ» 12 глав. И каждая из них – это манифест мужества, веры, поразительного жизнелюбия и целеустремленности. Еще у Ника Вуйчича есть замечательная книга «Любовь без границ». Рекомендуем вам прочесть ее. Если вы утратили вкус к жизни, прочтите эту книгу. Если будущее кажется серым и безрадостным, прочтите эту книгу. Если вы опустили руки, прочтите эту книгу, ведь у автора не было даже рук, которые можно было бы опустить. Четвертую строчку нашего топ-рейтинга занимает книга для тех, кто привык довольствоваться малым. «К черту все, берись и делай» Ричарда Брэнсона. Ричард Брэнсон – один из самых успешных бизнесменов планеты. Богатейший британец, состояние которого оценивается в 5 миллиардов долларов, владелец крупной корпорации Virgin, а также жизнелюб, автор книг и бизнес-мотиватор. Жизненная философия Брэнсона, которую он проповедует на страницах своей книги, заключается в том, чтобы получать от жизни максимальное наслаждение. Многие трактуют такую установку в извращенной форме. Отдыхать, не работать, есть, пить и ни в чем себя не ограничивать. Однако человеческая природа быстро пресыщается постоянным праздником. Она требует роста, развития, самореализации, социального одобрения. Брэнсон не проповедует постоянный праздник. Без труда миллиардером не станешь. Он толкует о том, что жизнь дает массу возможностей, которыми мы не хотим, боимся воспользоваться. Мы сидим на нудных работах, потому что они приносят нам хотя бы какие-то деньги, и не занимаемся тем, что нам на самом деле нравится. Можно годами думать о том, как было бы здорово написать роман, а можно начать его писать сегодня. Не завтра, не во время отпуска, не после того, как найдете новую работу, а именно сегодня. Еще не все колеса изобретены. Мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки. Брэндон не проповедует постоянный праздник, ведь без труда миллиардером не станешь. Он толкует о том, что жизнь дает нам массу возможностей, которыми мы не хотим или боимся воспользоваться. Мы сидим на нудных работах, потому что они приносят нам хоть какие-то деньги, и не задумываемся над тем, что нам на самом деле нравится. Можно годами думать о том, как было бы здорово написать роман, а можно начать его писать сегодня. Не завтра, не во время отпуска, не после того, как найдете новую работу, а именно сегодня. Еще не все колеса изобретены. Мир слишком удивителен, чтобы сидеть сложа руки. Наш рейтинг замыкает книга «Лайфхак на каждый день» Игоря Мана и Фарида Каримова. Это книга для тех, кто утратил жизненный азарт. Игорь Ман – популярный российский маркетер, спикер, соучредитель издательства «Ман, Иванов и Фербер». Фарид Каримов – создатель блога, гуру личной эффективности, автор статей и многочисленных лайфхаков. Жизнь может быть проще и интересней, если найти к ней правильный подход. Авторы книги знают, как взломать жизненный код. Личный опыт и опыт своих коллег они оформили в лайфхаке, сгруппировали по темам. Работа и карьера, тайм-менеджмент, стресс, внешний вид, отдых и прочее. Книга написана в очень дружелюбной и простой манере. Каждая строчка доказывает – жизнь не боль и уж точно не тлен. Жизнь – огромное приключение, в котором так здорово участвовать. Лайфхак от Бенджамина Франклина. Работайте только над одной своей привычкой за раз. Не беритесь исправлять всего себя сразу. Выберите что-то одно. С вами был книжный сайт «Реальные книги». Следите за нашими следующими выпусками.